Всем привет, дорогие друзья, с вами Дмитрий, и сегодня мы посмотрим на интересненький такой прикольный модец. Я давненько о нем слышал, но вот только недавно узнал, что под новую версию Rapunzel Salus он обновлен, находится он все еще в разработке, и по заголовку вы, наверное, догадались, что он из себя представляет. О да, если бы Rapunzel Salus была бы выпущена на какой-нибудь 8-битной консольке, либо же была бы чем-то вроде надстройки для Майнкрафта, то выглядела бы она именно так. Да. Ох уж эти пиксели. Какие милые пиксели. Эпичные пиксели. Вот. И сегодня мы снимем таймлайн этого мода. Посмотрим. Мод все еще в разработке находится. Не все регионы тут пиксельные. Где-то в Азии там еще работа ведется. Поэтому мы снимем таймлайн чистой Европы. Посмотрим, как она в этом моде эпично меняется. Ну что, погнали? Вот мы с вами и прогнали таймлайнник наш 1 января 1821 года. Что, обратим внимание, крупные игроки. У нас Великобритания все так же, англиканцы, Скандинавия, удивительно, Скандинавия, империя, да, из Швеции выросла, Богемия, удивительно,
но смогла очень неплохо так разрастись Саксония. Так, а это кто у нас? Это Лотарингия, насколько я помню, герцогство. Саксония вообще, кстати, республика. Синдикат. Австрия, интересно. Австрия осталась. Австрия осталась. Но величие у Австрии, разумеется, нулевое теперь. Папская область. В принципе, нормально. Неаполь даже выжить умудрился. Как-то. И Мантуя. Ясно, понятно. Ну, Испания, понятное дело, смогла неплохо так подняться. Португалия чуть-чуть поколонила. На основном аутировала. А к Куинлу это, конечно, просто жесть, какой он. Просто жестокий. Потому что раньше это был обычный минор, которого дядька Султан пинал в первые же, наверное, лет 10 игры. На гайце Россия, к сожалению, что-то стала какой-то резервацией, блин, прям как у индейцев, да? Тут чуть-чуть России, тут чуть-чуть России, где-нибудь, вон, где-то на Урале еще Россия чуть-чуть есть. Ух, ни хрена себе, она еще и в Сибири есть. Вот это жестко. Тимуриды были, теперь великие моголы, да? Так вот, понятненько. Ну и дядька Султан, который очень неплохо поднялся. И неплохо поднялись бриташки со своими колониями. Так вот, дальше показывать смысла нет, потому что находится в разработке. Дальнейшие участки карты вы уже внимательно, особенно зрители, заметили, наверное, где еще не доработано. Немножко там я показывал, когда. Вот, кстати, француз неплохо тоже поднялся. Молодец, респект ему. Ну и вечные нейтральные швейцарцы тут в Цюрихе. Эх, бравые такие парни. Чуть не забыл показать вам карты. Религии, католики, реформаты где-то сунниты вовсю в Европе, англиканцы в Англии, протестанты в основном в Германии, на территориях СРИ. Так, ну по культурам что-то особенно, по-моему, не изменяли никому. Вроде как было, так и осталось. Вон тут греки, турки и так далее. Так, и можно имперскую карту глянуть. И можно глянуть, кто батька в Священной Римской империи. Богемыч. Да. Но ни одной реформы он так и не провел. Неудачник. Ну что ж, бывает. На этом все. Господа, такой вот был таймлайн. С вами был Дмитров. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго. Увидимся где-нибудь еще. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.